участвуем первый раз, безусловно, мы резиденты СЭС. Производим здесь, то есть мы вообще осуществляем производство здесь, на территории Республики Беларусь. Почему непосредственно производство в Беларуси? Потому что мы ориентированы на рынок Республики Беларусь и на страны таможенного союза. Производство термоизоляционной шторки у нас единственное в Беларуси на сегодняшний день. Конкурентов у нас здесь нет. С текущего года, с 2014 года, мы выиграли возможность импортозамещения. Что это такое? Это для белорусского покупателя уплата налога на добавленную стоимость в размере 10% против 20% существующих на сегодняшний день. То есть это очень интересно. Следующая наша продукция, она в принципе является энергосберегающей. Что это значит? Вот если посмотреть на картинки, в принципе можно понять, что когда магазин закрывается, опускаются шторки и идет экономия энергии от 20 до 30%. В принципе, и это проверено, и это так и есть, действительно. Ну и еще как бы отдельный сегмент у нас на сегодняшний день мы выпускаем уже стеклянные покрытия, так как не стоит на месте у нас время, естественно, двигаемся дальше вперед, и больше интерес проявляется уже к стеклянным покрытиям. Поэтому разработали стеклянные покрытия и уже производим. Естественно, к нашим шторкам, к нашим стеклам мы выпускаем сами комплектующие. Вот такая продукция. У входа в Музей обороны Брестской крепости существует анимация, которая начинает работать уже как второй сезон. Анимация называется «Военно-полевая почта Брестской крепости». А что такое анимация, в двух словах? Анимация – это одушевление истории. То есть как ролевые, например, эти реконструкции? Да. Значит, турист, приехавший в Брестскую крепость, может, во-первых, изготовить вот такой магнит-медаль, который у меня здесь, это нагрудный знак одновременно, собственноручно, и для собственного, так сказать, ношения по Брестской крепости в подарок своим друзьям. Мы ежегодно участвуем. Какой год подряд? Подряд не могу сказать какой, но уже много лет. Как выставки проводятся, мы всегда себя здесь так заявляем. А чего ждете от таких выставок? Есть какой-то результат? Ну, вообще, наша миссия, как бы, это миссия здоровья, в общем-то, мы как эксперты по здоровому стилю жизни, мы предлагаем нашу продукцию, которая дает людям именно правильный образ жизни, здоровый образ жизни несет в семьи, да, то есть что вы начинаете более правильно питаться. Даже многие еще не знают о нас вообще, очень мало знают, даже в Бресте, хотя мы существуем, работаем уже на рынке более 20 лет. Подожди,